капитал нужен. То, что надо. Хорошо. Можно что-нибудь смастерить. Я уж боялся, ты не вернешься. Ты же знаешь, я тебя не брошу. Ночью будет холодно. Да, я уж чувствую.
Слушай, Коул, этот парень, которого я ищу, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коул? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестно. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Давай. А это что? Пригодится. Это здесь. Thank you.
то, что надо. Готово. Ладно, где? Я на верном пути. Вот он! Серебристый шлем, красный бензобак. Это он. Дерьмо! Что за хрень? Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Давай! Ты наделал, сукин сын! Нет, 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 нет! Вообще-то, Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод! Нет, нет, пошел ты! Ты шестерка Коупленда! Сучонок, вот ты кто! Сучонок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Ты слышишь? Он жив? Намад. Намад. Да, жив. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Передай ему, знаешь что? Передай ему от меня. Пошел ты в жопу! Еще трофеи. Или нет? Ладно.
Бухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там. Да, Дик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север, как ты и хотел. Эх, надеюсь. Эх, плохо мне без дороги. Ты, главное, поправляйся. Надо еще доделать байк, а потом запастись снаряжением. Как оклемаешься, сразу поим. Конец света.
кто-то у ворот. Это Дикон, впустите. Как дела, Дик? Тихон, как жизнь? Дик. Лагерная жизнь, да, Мэнни? Надо чего? Буду ждать. До скорого. Эй, Дик, как жизнь? Эй, Дэймон, как торговля оружием? Я могу помочь? Больше ничего? Фрики побоятся с тобой связываться. Стоящая вещь. Заходи в любое время. Спасибо, Дикон. Эй, Дикон! Ну, как жизнь, Дэймон? Сент-Джон, я открою! Дикон Сент-Джон.
на румын. Вот, дай-ка я открою. Решил, нас это обойдет стороной. Этих беженцев сначала много, потом все больше. Я помню, как я ланчи. Дикон, дружище! Да, сейчас. Дик, как дела? Эй, Дэймон, как жизнь? Как бухарь говорит, койка зовет. Нормально. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Ну, гнездо фриков, или как там его. Оттуда вышла их баба. Как бишь ее? Банши, что ли? Вот не зря их так называют. Своими воплями она собрала целую орду. Пришлось уносить ноги. Тебе очень повезло. Я случайно. В тот день, когда все заболели, я работал в начальной школе Фервелла. Ну, то есть я учу алфавит у сопливых первоклашек и учу это большое преувеличение. И тут приходит этот пацан. Словно он не в себе. Я думаю,
наши реки что-нибудь чувствуют? Ну, здесь прошлое жизнь. И откроем. Осторожненько. Они остались как больные соседи. Только шпильки. Где же он? Отнесу в какой-нибудь лагерь. Ну ты попал. Сядь, заряжай. Получи. Это я заберу. О, охренеть. Ладно, посмотрим, что тут. Вот и все. Ah!
Все, есть.
Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Еще во времена войны за независимость, сражаясь за свободу, мы обрели законное право носить оружие. Право, которое позволяло нам защищать себя, своих близких и свою собственность. И так было, пока федеральное правительство не испугалось людей, которых клялось защищать. И вот, прикрываясь несколькими случаями массовых убийств, граждан Америки понемногу лишили Богом данного им права на защиту. Сперва приняли закон о контроле над огнестрелом, а потом, дамы и господа, мы распрощались со второй поправкой. А теперь вопрос. Если бы, когда начался конец света, все американцы были вооружены, оказались бы мы в такой жопе? Конечно, нет. Но так решили федералы. Разоружение народа стало первым шагом к его уничтожению. Кого защищали эти законы? Уж точно не нас, американских граждан. Если мы когда-нибудь вылезем из этого дерьма, я бы хотел провести опрос. Спорим, выжили те, у кого было оружие? С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Ладно, Коуп, ты меня раскусил. Оружие мне нужно позарез. И я никому не позволю его у меня отобрать.
надо же. Смотри, там кто-то есть. Эй, это Дик. Тебе нужно что-то? Извини, я просто гуляю. Дикон, дружище! Лагерная жизнь, да, Мэнни? Ты уж о нем позаботься. Подзаправим, без проблем. Потом еще будет что-нибудь. Идиотизм. Ладно, чего ты заходи. Хоть начать? Пока. Твое дело разобраться. А, Дик, сейчас открою. Ловушку нужно помочь. Помогите, пожалуйста!